На север страны для усиления восстановительных работ после паводков стянули силы из южных регионов республики. Успеть завершить все работы в пострадавших от большой воды районах должны до наступления холодов. Шудин Саидов продолжит тему. Это село Прибрежное. Время, когда пришла вода, жители вспоминают с ужасом. Пострадали дома, люди остались без жилья. Лариса Харькова одна из таких. Ее дом, в котором она жила 25 лет, пришел в негодность. К счастью, жилье отремонтировали, и семья вернулась в родные стены. Вода была вот на уровне, наверное, ну, окон, можно сказать, вот так вот, на уровне окон. Да, конечно, состояние было очень плачевное. Погреб полностью обвалился, вот бригады сделали мне погреб, выложили, засыпали все, а то прям страшно смотреть было. Осень уже не за горами, строители работают в усиленном режиме. На объектах задействовано больше 600 человек и 400 единиц техники. На помощь пришли жители южного региона страны. Мы приехали из города Есик Енбекши Казахского района. Совместно с местным акиматом ведем работу и заканчиваем ремонт. Уже 99% закончили, а в 8 домов люди уже заехали. Мы тут без выходных уже 3 месяца. Во время паводков около 4000 домов остались под водой. Из них 2094 признаны аварийными. Их сносят и на месте будут строить новые. Отремонтировать уже успели около 1600 жилых строений. Механизированными бригадами у нас проводится ремонт 241 дома. На данный момент уже ими завершено, более 190 домов уже завершено. Остальные работы мы планируем уже до сентября месяца, в сентябре месяце завершить работы. Не остались в стороне и неравнодушные казахстанцы. За счет спонсоров восстановили 700 квартир в микрорайонах. В 333 уже живут люди. При этом еще 400 семей уже обзавелись новыми квартирами. Работы по восстановлению продолжаются. Шудин Саидов, Самат Хайрденул, Абзал Турабеков, Жибек Шулы, Северо-Казахстанская область.